Накануне праздника Победы в Губкинский приехала ранее проживавшая здесь труженица тыла Ксения Филипповна Власова. В годы войны, находясь на оккупированной территории, девушка, рискуя своей жизнью, помогала партизанам. Юбилейную награду, медаль 70-летия Победы, ей вручил сегодня глава города Валерий Лебедевич. Искренне от души хочу поздравить вас с наступающим праздником, Великим Днем Победы, где вы принимали активное участие. Будучи в тылу, помогали партизанам всячески для того, чтобы они могли оттуда тылу врага. Приешь и не приешь. Годы оккупации Ксения Филипповна вспоминает с болью, и ничего дороже для нее не было Великого Дня Победы. В канун торжественного юбилея, получая заслуженную награду, она благодарила всех за заботу и внимание.